Сегодня трагически ушла из жизни жена известного певца Александра Малинина. Умирая в больнице, родные скрывали от всех, что супруга артиста боролась со сепсисом. Ее семья вместе с медицинскими работниками до последнего дня пытались спасти ее, но, к сожалению, все усилия оказались тщетными. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. Это огромная потеря для всех близких, друзей и поклонников певца. Жена Александра Малинина была не только его опорой и поддержкой, но и замечательным человеком, который всегда готов был помочь и поддержать всех в трудную минуту. Ее уход оставил огромную пустоту в сердцах всех, кто ее знал и ценил. Ее доброта, улыбка и душевная теплота навсегда останутся в памяти всех, кто ее любил. Сейчас семья и друзья Александра Малинина находятся в глубоком горе. Это невосполнимая утрата, которая навсегда изменит их жизни. Но, несмотря на все горе и печаль, они должны вспоминать всех теплым словом и добрым делом, что жена Александра Малинина приносила в свою жизнь и в жизнь всех вокруг. Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку, который так много сделал для того, чтобы мир стал светлее и добрее. Пусть ее добрые дела и улыбка останутся с нами навсегда, напоминая о том, что настоящая любовь и сострадание делают этот мир лучше и краше. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.